Как сделать так, чтобы канат не раскачивался по палке турника? Берем веревку, продеваем через дырку каната и соединяем ее с турником. Берем второй конец и продеваем его в нижнее отверстие, то есть вот здесь. И завязываем на два обычных узла, вот таким образом. Потом берем вот этот вот конец и соединяем его вот так вот с этим палкой. Завязываем еще на два узла. Готово!